39-м царстве, в одной из квартир, что выходит окнами к свету, проживала девочка-пламя, чей мир был как будто не с этой планеты. Возгоралась быстро и до зари не могла успокоить душу. А другие понять это не могли. Все пытались ее разрушить. Изменить хотели и потушить, чтобы одумалась, не полыхала. А она по их меркам не стала жить и с огнем дружить не перестала. Находила смысл во всем простом. Только жаль, не была любимой. Но однажды украл ее смелый дракон, сделав девочку пламя счастливой. Потому что дракону в ней нравилось все. Как горит, как искрит, верит в чудо. Он в ней видел родное, в ней видел свое. Ведь девчонка огонь, дракон, как никто, идеально подходят друг к другу.